И всем привет, с вами Макс Риск, новое видео в ReageBets, подпишись на канал, поставь лайк, все-таки новая версия 0.18.5, а не 0.18.3, это новое обновление. Что новое? Приближается новые события, ураганы, хроники, ураганы и гонки. Хроники, наверное, переигрался в другие игры. Все, ураганы и гонки. Значит, смотрите, я тут нашел текст и классную превьюшку для нашего канала. Там вот пособираем немножко. Откроем данные всем персонажам. Открываем. Для войны. Итак, значит, объявление. Дорогие обезьяны, новое событие идет с новым обновлением. Все ссылки в описании будут на данный текст. Новое событие под названием Skolan Rally. По переводу это циклон Ралы. Ребят, двигатели, которые там дрчат, двигатели. Выполнение заданий получаете потрясающие награды на станциях снабжения. А да, кто еще не знает, что такое станция снабжения, по-моему, мы с вами это знаем, сейчас покажу. Так, что у нас такая помощь всем соклановцам. Так, куда я нажал? Плах какой-то? Ну да, мы к победе. Идем, конечно, победим. Так, значит, смотрите, флаг. Куда я должен нажать, чтобы прям сделать эту вот штучку? Переместить награды, получить снабжение, это сделать. Лаборатория, это очень важно. Давай прокачаемся. Держите. Конечно, нужно еще качать лабораторию до второго уровня. Или какого у меня вообще уровня, я не в курсе. Так, где снабжение? Это очень важно, да, знаю. Сейчас найду снабжение, если получится. По-моему, вот так нужно искать. Так. Ну, мы уже с вами это делали, ссылка на прошлую серию в описании, там было вообще жестко. Блин, ну, ага, флаг. Давайте поставим. Ох, я поставил флаг. Так, улучшение здания, 2 секунды. Так, что, можно прям везде, что ли, прям аж построить тут. Кстати, можно еще нового персонажа. Блин, друзья, вот еще не могу найти. Но еще новый персонаж выбьем мы. Так, давай. Новый персонаж. Новый. А, ладно. Но когда-то не выбивался персонаж. Даже в ролике. Может быть, не в ролике. Так, ну подскажите мне. Снабжение. Вот, это здесь, кстати, где-то здесь. Менеджер подключения штаб-банк. Стоп. Ну как такая же такой? Еще один флаг. Да, друзья, тут куча флагов можно изменять. Прям какая-то своя линия, смотрите. Ладно. Я даже не знаю. Снабжение. Это правка. Не, ну знаете, что нам нужно для этого? Нам нужен мутаген. Или ее убрали, кстати. Вы чего прикалываетесь? Его реально убрали? Мутаген! Ё-моё! Стоп, где мутаген? Где я должен собирать этот мутаген? Я с вами уже показывал, что тут должна быть мутаген. Эти мутантов убивать, вон они. Эти хиты, железо и мутаген. Алло, где вы убрали мутагена? Блин, это прикольно было. Мутаген. Зачем так делать? Блин. Что ж тебе показывать теперь? С помощью мутагена мы отправляем к ракете, она потом взлетает. Очень цикл. В общем, кто знает, напиши в комментариях, подскажи нам. Так, дальше. Еще одна новость. Некоторые из наших самых увлекательных игроков создали руководство по игре Edge Waves. То есть, руководство. Письмо о помощи, кто играет Edge Waves. И теперь доступно для наших великих сообществ. Facebook, Discord и все остальные. Следующее руководство содержит некоторые предысторию, бук, книг, информация о космических веках, игровой процесс и советы по личному росту в Edge Waves. Обезьяны, вы можете щелкнуть по ссылке ниже, тоже оставлю. Ну, может быть, давайте в описании, просто мне как-то не вмещается это все. Чтобы узнать ценности совета и получить более подробную информацию об игре, это в описании все скину.
В общем, закреплен комментарий. И там пишите комментарий. Там будет. Значит, первая ссылка. Путеводитель Карли Аллена. Когда я переходил, там куча описаний на английском еще. Так что придется переводчик где-то найти в программе там дополнительной информации, там найдете. Там такое есть. Так, давайте сначала. Знаете, самая любимая тактика? Пятерочник. Ладно, давай к пятерке. Пойдем к этой обезьянке, которая пятого уровня. Так, уберем вот такую вот тактику. Низко, никаких шансов. Победа здесь сложно, но мы не сдаемся. Быстро, 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 быстро. Давай. Сейчас их вообще завалит, это будет жестко. Равные силы. Давай. Там еще третья, последняя, по-моему. Скажите, почему так? Ну, потому что это не другой север. Я не знаю, на ком качаться. Буду на всех, где можно. И так через год мы уже все прокачаемся, будем жестко. Да. Ну что, я прокачался, мне доступна теперь шестая лига. Так, через 7 минут прокачаемся, отлично. В общем, все ссылка в описании. И вот тут еще примечание. Это значит вопросик. Знак воскресания. Приведение высшее руководство было создано игроками на основе их сообщественного понимания игры. Заявления и личные мнения, упоминания в этом руководстве не являются официальными. Мнением Тар 4 Фин. Это у них там компания такая вот. Можно в интернете найти. Компании из Greju Webs. Вроде бы там есть сайты. На сайтами все подробности. Вау. Говорят про события, да? Очки банды. Но это понятно, что нам нужно. Это только воевать. А что если будут большие уровни? Обезьян сил воевать и буду с нами, буду, наверное, жестко. Ох, как жестко. Смотрите. Мне нравится Джейвс. Ставлак, если тоже. Так, давайте банды, ходим там качается. Прям подарки забираем. Забираем все подарки. Так, исследования. Так, помощь, а уже все. Музыка такая вот. Бум-бум, победная музыка. Давай, качай. Я не знаю, что качать, и буду все качать, что можно. Потом будем разбираться на стриме. Но чтобы стрим запустить, ну, я не хочу. Там 3 человека. Это очень мало. Лучше хай ролики сделаем. Это будет, наверное, самым лучшим подарком. Так, а давай тогда уберем другую. Чтобы уже все. Знаете что? Когда вы хотите уйти с игры, нажимаете вот так вот. И все, их они там веселятся, да? Так, вот искать пищу, железо, что угодно, их отправлять. После того, как они там отправятся, получаем награду еще. Капец, блин, не прокачиваться. Так, поменять. Какому севере? 28 уровень, 6. Я везде качаюсь, один нет. Какие там уровни, кстати? Да, можно сколько угодно это сделать. 233. Из сиренчика, он 20-м. Почему? Потому что у меня есть новый персонаж под названием Сенсей Куротоби. Да, Куротоби. Так он называется. А новый персонаж добавили. Я уже делал обзорчик. Сколько тут у нас, смотрите. Сколько тут у нас проблем. У нас тут один странок. Говорят, все прокачайся, или тебе просто капец будет. Стоп, я помню, что нужно качнуть вот эту лабораторию. Я очень хотел качать, я это помню, поэтому помогаем. Так, давай отключить все моменты. Качайте лабораторию, потому что у нас нет шансов против всех. Значит, ссылки на закрепленном комментарии будут на данные, на помощь, кто играет Edgy Vapes. Там куча советов. О, вот медалик Роха. Вау. Если собираем медали, тем самым соберем очки, как в игре Brawl Stars, там остальные игры тоже. Ну, почти у всех. О, медаль Майк. Блин, мне везет сегодня на медали. Ну, там же написано 15 и 3. Ресурсы, исследования. Вот самое лучшее, наверное, исследование. Стоп. Мы сейчас исследуем, а нужно, знаете что? Вот именно. Так, ого. Стоп, 15 сразу. Ну, если победим, то будет еще сильнее. Но тем самым, и сложно, но тем самым у нас будет больше ресурсов. Это очень хорошо. Так, говорят, нужно 4 брать отряда, чтобы побеждать их всех.
Никаких шансов, ну ладно. Это будет последний ваш отряд. Только успеть. Успеть нужно. Так, сражайтесь. Можете, конечно, смотреть, почему бы нет. Я только зам. Вау. Вау. Это кто, кстати, сделал? А, это ты, наш чувачок. Вау. Лагает, конечно. Бом-бом, пушки, бом. У нас 160 тысяч. Капец, блин. Все. Это была заруба, кстати. Чистая, сильная заруба. Это из-за того, что мы играем. Выигрываем. Так, мы заберем эти бесплатно, что сумочки на еще четко. Вход каждый день. Так, дальше сюда вот. Так, строительство. Давайте хоть что-то прокачаем. Варится, что качать что-то. Я это просто взрываем. Да, это просто никнейм. Это неправильно. Ты работаешь у нас. Или ты спишь, а? Так нечестно, блин. Так нечестно. Заберу это все. Да, мне спали сегодня четверг, блин. Герои. Давай еще раз. Это будет очень классно. Так, и у нас теперь какой 15? Вы можете атаковать обезьян-мутанта до 16. Да, кстати, где этот мутаген? Мне очень нужен. Не, мне нравится мутаген. Там было такое испытание. Неужели из-за лагов? Ну, блин, ну ладно, разработчики. Здорово, ролик записал по этой теме. Так, вы можете посмотреть. Эх, ладно. Эх, можно, кстати, написать разработчику новую идею. У меня такая идея. Только если вам понравится, приголосуйте там лайком, подпиской. Смотри, какая идея. Смотри, какая идея. Вот, значит, карточный бой в игре Edge Waves. Создает другое предложение, как Supercell. Почему бы нет? Почему бы нет? Так будет, наверное, вообще четко. Так, у меня лагает, да? Как сделать для того, чтобы ваш аккаунт Edge Waves не лагал? Выбирайте низко. Выбирайте это эконом. Все. Мать. Меньше воинов, по-моему. Чтоб я туда нажал или что? Я просто наугад нажимал. Режим низкой производительности уменьшает количество отражений солдатов. И тем самым игра не лагает. Вообще четко. Блин, что-то лагает снова. Вот, друзья, получаем смычок с этой. Вау, 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 классно. Победи мутантов и зарабатывай очки себе на банду. Давай еще. Конечно, мощно. Наши воины скоро могут упасть. У нас еще клан такой говорит, наш сенсей. Молодец, ты там убеждаю всех. Ссылки на мои каналы в описании. Также у меня есть канал по обзорам аниме. Ссылка в описании. Канал называется Max Risk. Да, такой обычный. Так, 3 или 4? Давай 4, последний. Последние 4, на. Может быть, давай 5? Отлично, всякий раз справляю бой с обезьянами-мутантами, ты показываешь свое могущество. Доверие тебе армия была лучше моей идеи. Вот так, говорю. Мудро. Точно. Что, меньше воинов, зато меньше лагов. Давай. А, карту, кстати, показать. Я бы вам уже показывал, думаю, один хватит. Или вы хотите еще бои? Да, что, блин, происходит? Я все нажал, чтобы было все окей. Ладно, один раз нажали, все. Что такого разработчика добавили, что прям лагает? Неужели? Что такое тяжело? Давайте помощь, почему бы нет? Случайная помощь. Ну-ка, еще посмотрим. Да, когда будем отправляться куда-нибудь, куда там, в гости, смотреть карту, то, конечно, мы воинов этих всех солдатов. Чем-то нужно их занять. Они просто энергетические вампиры, чё, блин. Им куда угодно можно отправляться, они отправляются двойными отрядами. Вот вы зря так делаете, потому что я уже рассказывал, что нужно куда-то хоть тихо отправлять, чтобы не собирали эти данные ресурсы, хоть что-то к пользу вашему клану убили. Вот вам еще один гайд от меня. Так, черный здесь, красный, синий.
Так круче, по-моему, синий. Ай-яй-яй, блин. Воевать я бы не хотел, я хотел бы помогать пока что. Блин, друзья, вы чё, реально хотите, чтобы я помог им? Чё, прикалываетесь? Не, не хочу. Что не так, блин? А, не лагает. Что происходит? Что это такое? А, он центр. Кто это такие? Враги? Разведка, атака. Да, это враги. Чё их так много? Где наши? О. Не нападать на синих. Чего? Не нападать на синих. Механики. Так, чего это синий? Нападать на синих. Точка Д. А кто поставил точку Д из нашего клона? Да, тут может точки Д поставить. Ладно. Излечить. Так, мы излечить получаем еще некоторые воинов, как по мне. Теперь мы можем отправиться на слабых воинов. Или их воинов у меня их нету. А, есть все-таки. Излечились. Ох, блин. Стоп, а вы что, там уже все забрали? А, почти все. Вау. Крутяк. Так, как там украинчик, все нормально? Друзья, у меня уже все хватит из меня. Давайте железо заберем для наших клансов. Соклансов. Напишите в комментариях, мне можно уже воевать. Как по мне, мне нельзя воевать. Как я вижу, мне 160 сила. Уровень меня 11. Вот покажу. Вот. 11. Герой показать, да? Покажу. Вон. Мастер Крутоби. Но персонаж уже делал обзорчик. Даже не почитал. Блин. Ох, есть шанс. Давайте почитаем. Давайте хоть 32. Однако, несмотря на все его боиственские таланты, танцор из Роны не никудышный, и это признает к критикам. Критикам. И простым зрителям. Но еще хуже у него получается петь. Однажды он попытался выступить с концертами, но мэрия это штаб какой-то города, специально указал, запретил ему петь на публику. Тем не менее, сограждане уважают его за то, что вот так удобно, за то, что он бесчестное число раз защищал свою общину. Я его матчи на арене пользуюсь неизменным популярностью. Он популярный, он поет, он помощь мир популярный. Классно. Кстати, я хочу им быть. Да, дайте мне такую аватарочку. Мне интересно. Можно ли мне такой вот? Скажите, он хоть добавлен? О, вроде бы классный. А ну пиши комментарий, кого не выродим. Мне можно изменять на этого зеленого, на этого. Чтобы открыть тебе аватарку, требуется соответственный герой. Как по мне, он прикольный. Желтый фон. Так себе, зеленый мне понравился. Таким разноцветным. Зубастык. Игра зубом. Ссылка в описании. Канал Риск Старт. Это зубастики там. Нет. Почему у меня нет таких, а? Почему? Вот это прикольно тоже. Но мне вот так нравится. Почему бы нет? В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Наверное, слишком увлекся. Ладно. Пока.